12 июня в Чебоксарах, как и по всей стране, прошли праздничные мероприятия в честь Дня России. Тысячи людей пришли на главные площадки города отметить этот день вместе. Татары, казаки, киргизы, чеченцы, таджики, представители разных национальностей собрались на площади республики в Чебоксарах, чтобы поздравить друг друга песнями и танцами в День России. Национальных костюмах. Мы с Чебоксарского района поем сегодня «Берегите Россию» песню. И мы празднуем со всем народом. Мы счастливы, что вместе с народом. Дай Бог, чтобы нам всегда быть в едином России, в единой. На официальной церемонии открытия праздника уже на Красной площади глава Чувашии пожелал всем укреплять дружбу, беречь мир и гордиться тем, что в нашей стране сотни народов могут жить как одна семья. Праздником с Днем России! Президент России Владимир Владимирович Путин делает все для того, чтобы на территории Российской Федерации, в любимой нашей стране, была стабильная общественно-политическая ситуация. И это ему и нам вместе удается делать. Я благодарен родителям, бабушкам и дедушкам за то, что вы правильно воспитываете своих детей. Воспитываете в духе патриотизма. Творческие коллективы радовали людей до самого вечера. А горожане и гости столицы, в свою очередь, подпевали и танцевали. Это один из самых главных праздников Российской Федерации, поэтому мы поздравляем всех горожан с нашим праздником. Счастья всем, благополучия и процветания нашей Родине. Поздравляю с Днем России. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в работе. Несмотря на то, что сегодня такой пасмурный день, настроение очень праздничное, хороший концерт. Спасибо городу. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.